Алло, слышишь? А, да, ты же молчун. Ну, либо технические неполадки. Опять. Так, я, кажется, забыл в прошлый раз сказать тебе, это еще не все твои обязанности. Видишь ли, я в данный момент в отпуске и не могу заполнять документы. А их скопилось довольно много. Ну, я и подумал, что было бы неплохо, если бы ты начал делать мою работу, а я дальше буду отдыхать. Не бойся, ничего сложного там нет, просто ставишь подпись и готово. Это добровольная задача, но выполнять обязательно. Все равно я не слышу твоих возмущений. Так, что я хотел сказать? Ну, в принципе, ничего. А, нет, точно. Не трогай радио, а то сломаешь еще. Привет еще раз. Сегодня ты убедился в том, что все гораздо сложнее, чем затирает тот лжец. Я рад, что ты понял, как пользоваться радио. Только вот это далеко не все, с чем тебе придется столкнуться. В прошлый раз, когда я был на смене, из леса кто-то пришел. Очень сомневаюсь, что это человек. Ведь выглядел он серовато. Будто мертвец, что ли. Мне очень повезло, что у меня был фонарь. Я отпугнул его. Будь осторожен, а мне надо идти. Алло, слышишь? А, да, ты же молчун. Ну, либо технические неполадки. Опять. Почему-то я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня, а за окном.
вокруг луна светит, а на ресницы сражи цвета. Ты говоришь, скоро будешь, что не забудешь, ты никогда. Ты шепчешь мне нежно, чтобы тебе верной, а сердце сильно в груди стучит. И вот я жду тебя, и если нет письма, душа тобой горит. Если помнишь, если любишь, напиши мне хоть иногда, а приедешь, поцелуешь, то забуду, все прощу тогда. Thank you.